Джинсы носили, носят и будут носить. В этом сезоне стоит обратить пристальное внимание на расклешенные джинсы. Джинсы свободные в бедрах и завышенные к низу, может быть даже с отворотами. И джинсы прямого силуэта. С чем вас ассоциируете? Засняли скандал. Он дурак, давай ругаться, как будто тебе. Потом, знаешь, когда съемочная группа ОРТ. Это вот наша Ирочка. А это мои вот халатные работники. Это мои холопы. Так, вот это кто в клещ-штырбе? Это холоп Сергей. Режиссер наш. Он подрабатывает оператором. А вообще он слесарь. А это Стас. Он электрик, но сегодня он осветитель. Я бы сказал, Диана работает так, но вот приходится днем ходить на другую работу. Она там чуть-чуть делает. Они в зеркало А, штаны-то сваливаются. Давай. Там еще последнее движение, вот подверни еще разочек, там чуть-чуть. Не-не, это тот же, который был. Ага, давай. Ага, все, не вижу. Ой, как. Тамара, если ты в жизни будешь носить такие джинсы, я тебя убью. Да клевые джинсы, что ты? Да они не идут. Ты скоро все их... ну еще раз, для истории. Нет, не надо, только не здесь. Раньше вот так вот модно было натягивать трусики. Да-да-да, я еще в школе училась тогда. Я еще в школе училась. Ты сейчас еще в школе учишься, забыл? Я нет еще, уже, то есть... Я ассистент. Неделю моды, оказывается, уже набрали всех моделей. Я опоздала. Ну вот, а я пока бегала со своими там другими всякими делами, не туда даже. Ага, входи, пожалуйста. Зубки. Ой, дела. Сейчас постой. Угу, постой. Все добыл? Угу. Можно, знаете, как сделать? Подождите, может, как-то по-пацански более сделать? Ну, ты же как-то такой молодежный. Вот так? Ну, что-нибудь тебе нет. Не, не так. Ну все, да. Ну, я не знаю, что. Еще раз? Ну, может, что-то интересное. Давай еще раз. Выйди еще раз, Тамара. Шатухина знаешь? Похоже на Шатухина. Заходи, Тамара. Тамара, еще раз. Там типа раз, два. И постой как-нибудь, да. Пацан вауще. Да, татуировку, чтобы не видно было. А что, нельзя это? У нас на первом канале ничего нет. Смотри, они не вываливаются с кадра. Потряси жопой, попой, то есть. Да не надо трясти. Ну потряси. Нет. На аватарку. Вот так, постой. Сейчас еще раз зайди, выйди и постой. Раз, два, три. И замри.
Раз, два, три, замри. Все, можно. Снято. Ура! О! Все, отлично. Так, теперь ее снимаю. А тебе самой комфортно в такой одежде, скажи? Да, мне, кстати, такой снимать. Это очень удобный снова. Вот мне такое вообще не подходит просто. Да, да. Жилетка. Там еще другого цвета такая есть. А жилетка прикольная. И Тамарка от нее так, да? Прикольная она. Ой, у нее язык он большой. А потом так еще Тамар. Ой. Так, только не сильно, чтобы не было у тебя. А ты ее следишь, что ли? Да. Тем более. Татуировку спрятала? Он, кстати, ничего не сказал, что носки же не должны быть. Да, да. Да. Так, а там еще сейчас там отдай еще раз. О май гад, это ужасно. Но просто там реально есть вещи, которых тебе все подчеркнут, и ты в них нифиговая. Топ-шоп в Заре там. Да, и при том, что они не стоят километры. Топ-шоп Зара вообще сразу за всеми трендами. Да, копии делает. Угу. Все, закончилось? Нет, сейчас. Нет, еще. А что у нас спортом уже занимается? Сейчас свое тоже. Сейчас тоже все. Так, тихо. Я хочу эту штучку. Посмотрите, какая маечка. Да. Нет, подожди. Подожди, давай я дальше тогда отойду, потому что они получаются. Вот так давай. Да. Ты так к мужчину будешь переходить? Давай потанцуй свой брейк-данс. Вот так люди по магазинам ходят. В лифчике и руками, и ногами. Сюда не идем.